С Днем энергетика специалистов отрасли поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Он отметил успехи города в области энергетики и вручил работникам памятные грамоты и подарки. Всего наградили 4 организации. Компании ПАО «Магадан Энерго» отметили 9 специалистов. В МБУ «Горсвет» 5 энергетиков. В МУП «Магадан Теплосети» 10 работников. Мэр Магадана Юрий Гришан выразил благодарность труженикам Магадана, пожелал им здоровья, плодотворной работы и отличного настроения в Новый год. Также глава областного центра отметил, что в наступающем году им предстоит большая работа. Я очень рад, что у нас такой замечательный коллектив «Горсвета». Я бы хотел, чтобы вот в канун Нового года у нас все получилось и никто у нас не болел. Это, наверное, сегодня самое главное и первое, о чем мы будем говорить в новогоднюю ночь, это здоровье, здоровье, здоровье. Будет здоровье, будут деньги, будут дети, будет счастье и все остальное. Вот поэтому я вам тоже хочу пожелать всем, дорогие мои, хорошего Нового года, но в здоровом духе. Больницы переполнены, нет для вас там места. Обеспечивает теплом столицу Колымы МУП «Магадан Теплосеть». Мэр Магадана лично наградил коллектив организации памятными грамотами. Также глава областного центра выразил благодарность за то, что и в новогоднюю ночь они работают на благо жителей города. Вы в новогоднюю ночь будете, извините, на работе или дома? На работе. На работе. Вот это как раз те люди, которые обеспечат нам тепло, потому что закуска за спуски, но если будет холодно, никакого Нового года не будет. Я хочу поздравить вас с этим маленьким скромным букетом роз. Как отметили специалисты, малая энергетика, коммунальная энергетика также имеет отношение к этому профессиональному празднику. Сотрудники котельных служб вырабатывают энергию и тепло в каждый дом. Они работают и днем, и ночью. Мэр произвел награждение наших сотрудников, которые работают посменно, круглосуточно, вне зависимости от того, будет праздник, не будет праздник, Новый год, не Новый год. Они всегда находятся, персонал у котлов, у насосов, и обеспечивают бесперебойное и качественное теплоснабжение. Я поздравляю с Днем энергетика, желаю, чтобы энергия не иссякала никогда, чтобы она била через край, и эта энергия хватала как на самих себя и семью, так и на остальных. Градоначальник отметил, что в новом году состоится энергосервисный контракт. Старые светильники будут заменены на новые системы. Благодаря этому в Магадане произойдет колоссальная экономия электричества и энергии, а также будет обеспечена нормативная освещенность на улицах города. Произойдет и большая работа по модернизации светофорного движения.